Ну, я вам сказав, що сьогодні у нас з легкої руки Давидюка у нас козаки. Ну, зараз козак всім козакам козак, тому що, ні, не Ляшко. Я знаю, що якщо і щось там таке я кажу, то ви думаєте, що зараз з чубом Але це абсолютний замінник, тому що виглядає як козак. От йому ще шаблюку дати і коня, і там щось таке. Я вам гарантую. Свирепий взгляд, все як треба. Ну, і тим більше приємно, що він мій колега. Журналіст наш, а також директор міжнародної організації Євразійська демократична ініціатива. Його ви дуже добре знаєте. Журналіст Пітер Залмаєв. Будь ласка. Вырвал из рук Игоря Шевченко. Добрый вечер. Ну, давай пойдем по темам. Значит, как ни странно, вначале не про Давос, хотя скажешь свои впечатления, про визит Помпео. Что мы знаем? Мы знаем, что это перенесенный визит, ну, что, естественно, важно, когда приезжает такой человек. Что нам от этого ожидать? Ну, во-первых, нужно сказать, что визит, в принципе, рутинный. Такого плана визиты госсекретари США наносят, скажем так, каждые 2-3 года. И это региональный визит. То есть речь идет о нескольких постсоветских стран. После Украины Помпео собирается посетить централизиатские государства, в том числе, если не ошибаюсь, Узбекистан и Казахстан. Поэтому вот это все, это что нужно знать о его визите. Украина здесь не единственная. И вот буквально, Матвей, по пути к вам в студию проштудировал все сайты, посмотрел на сайте, на телеграм-канале американского посольства. Пока визит Помпео покрыт мраком. И ничего публичного мы не знаем. Подожди, он уже приехал? Он уже здесь. Он здесь. Да, встреча с украинским президентом назначена на завтра. Прилетел он вообще вчера, если не ошибаюсь, вчера вечером. Мало что мы знаем, и в условиях вот этого незнания приходится спекулировать, домысливать какие-то вещи. Вчера в Нью-Йорке была журналистка одной влиятельной американской газеты, Лос-Анджелес Таймс, она встречалась со мной, и уже сегодня вышла статья, где как раз вот и домысливается цель визита Помпео. Будет ли Помпео в очередной раз просить украинское руководство начать это злополучное расследование, этой злополучной буризмы, где замешан сын Джо Байдена, Хантер Байден. Опять-таки, приходится только догадываться, а и уже в западной прессе обсуждается, в чем здесь может быть выгода для украинского президента. Что может ожидать Зеленский от этого визита? Может быть, какое-то заявление о поддержке Украины от американского руководства? Потому что абсолютно очевидно, что украинский президент волнуется, что со стороны Трампа к Украине резкая антипатия по ряду, целому ряду причин. И это факт. А вот тут важную вещь ты затронул. То есть можно сказать, что, давай я так просто скажу, у Трампа плохое отношение к Зеленскому? Не уверен про то, к Зеленскому ли конкретно это плохое отношение. Он, ну пока, и понимаешь, я его беру как президента. Он сказал следующее, что украинцы, это кто уже он, передавалось, Трамп сказал, что украинцы это очень плохие люди, они пытались меня вот еще в 2016 году скинуть. На самом деле история это еще идет 2016 год, и вся эта история, связанная с вмешательством, якобы вмешательством некоторых украинских официальных лиц, в том числе бывших народных депутатов, на стороне Хиллари Клинтон, главного оппонента Трампа. Опять-таки, ничего не доказано, но в результате нескольких визитов того же Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, того же господина Сонланда, посла США в Евросоюзе, то, что происходило летом, а также разговор, который был зафиксирован между Трампом и Зеленским, это все было часть такой вот кампании с тем, чтобы втянуть Украину в эту внутреннюю американскую историю. Историю выборов 2020 года и попытки Трампа очернить своего главного политического оппонента Джо Байдена, бывшего вице-президента США при президенте Обаме. Поэтому, да, к Украине у него большая антипатия. Можно, я думаю, из этого, в принципе, заключить, что и к Зеленскому у него тоже не особая любовь, потому что то, что он просил его, не было сделано. То есть он просил Зеленского начать это расследование против буризмы. Украинская сторона воздержалась. Правильно сделала украинская сторона? Я думаю, все говорят, что правильно. Я думаю, что да.
Я думаю, что да, но потому что, опять-таки, это очень сложный, балансирующий такой акт, вот, знаете, на таком вот, это как канатоходство, по сути. Потому что одно дело дать Трампу то, что он хочет, скажем так, лечь под Трампа, другое дело, одновременно нужно понимать, ты будешь настраивать против себя Конгресс США, нижняя палата которого в руках демократов, а именно нижняя палата несет ответственность за выделение финансовой помощи. Эти 400 миллионов долларов, которые утверждает, что Трамп попридержал в обмен на это расследование, как он хотел это видеть, собственно, это как раз и было решение Конгресса. И поэтому мы имеем дело сейчас с противостоянием, историческим противостоянием и беспрецедентным противостоянием исполнительной и законодательной властей в США. И Украина вот всячески имеет как бы некими силами политическими, в том числе американским президентом, Украина вот, может стать частью этого процесса. Уже, собственно, стала. Хорошо. Коснемся теперь второй темы. Там вы были с Тарасом Березовцом. Ну вот сейчас здесь, ты, наверное, тоже видел, очень печальный материал. Для меня это просто вообще невероятная история. Наша делегация украинская, которая там, одна из представительниц этой делегации из ОПЗЖ просто проголосовала в пользу России. Вот такие вот удивительные истории. Можно, оказывается, и так. Ну и вот вы видели весь этот процесс, что там происходило. Вот какие твои впечатления, что бы ты сказал? Очень сложная и одновременно предельно понятная ситуация с Советом Европы. Кроме того, что мы с нашим общим коллегом Тарасом Березовцом наносили туда визит в качестве корреспондентов и имели возможность общаться с членами прошлого состава, прошлой делегации украинской в ПАСЕ. Я знаком с этой структурой уже почти 20 лет. Первый раз я там был 3 дня после теракта в Нью-Йорке, то есть 13 сентября 2001 года. Общался там, в числе прочих, с такими персонажами, как господин Владимир Жириновский, когда тогда возглавлял российскую делегацию в ПАСЕ. Там всегда талантливые россияне. Да, и сейчас не менее талантливые выходят на передовые позиции. У меня всегда была уйма вопросов к этой организации, причем понимая, что межправительственные структуры, такие как Совет Европы, такие как ОБСЕ, Организация Объединенных Наций с ее несметным количеством вот таких вот филиалов, и ЮНЕСКО, и ЮНИСЕФ, и других, их польза, она очень ограничена. И нужно понимать, что главная их функция совещательная, как такой вот ток-шоп, агора. Собрались, поговорили, исполнительной функции они не имеют. И для нашего обывателя иногда нужно еще раз и в очередной раз повторить, что Совет Европы не равняется Европейскому Союзу. И вот это и подводит в условиях того, что Россия сейчас осуществляет серьезный демарш, выводит себя из такого полулегального состояния, получает там полные права, воссоздает в лице Петра Толстого известного антисемита. Она занимает там лидерские позиции. Наш с вами Матвей, хороший общий друг и известный журналист Айдер Муждабаев, допустим, недавно заявил, что а не подумает ли Украина, что вообще к чертовой бабушке выйти из этого Совета Европы? Опять-таки, эмоционально я его могу понять. А с другой стороны, выход из Совета Европы может обернуться закрытием дверей для Украины в Европейский Союз, потому что это разные организации, но они связаны. Но дело дрянь. И вот возвращаясь к нашему с Тарасом визиту 2 года назад, он как раз пришелся на этот скандал, когда президент Совета Европы, испанец Педро Адрамунд, если я не ошибаюсь, Аграмунд, был снят с этой позиции, потому что был вовлечен в так называемую ковровую дипломатию азербайджанской стороны. Летал в Азербайджан, получал дорогие коньяки и ковры от азербайджанцев. И потом был на этом как бы пойман. Вот такого рода вещи происходят в Совете Европы. Возвращение России в Совет Европы многими связывается с финансовым вопросом, потому что Россия давала не огромную, но серьезную 30 очень. Миллионов. 30 миллионов, это 7% бюджета. И когда вот мы говорим про эти 7%, мы говорим, ну, наверное, это немного, но с другой стороны, откуда эту, кто будет заполнять эту брешь? И давайте подумаем все-таки, что в первую очередь посмотрим на что это за структура. И в первую очередь, это люди, это те бюрократы, которые живут, кормятся этими непыльными, прекрасными работами, получают жирные командировочные во время своих поездок. И они не хотят терять эти работы. Совет Европы – это те люди, которые будут всячески держаться за свою работу, продлевать мандат этого монстра. И
Эти 7%, это я почти, я уверен, что это был главный, на самом деле, главная мотивация, главный довод вернуть Россию. И, конечно же, вопрос легитимный. А что перевешивает, если мы весь на одну чашу весов, это легитимность Объединенной Европы, их моральных устоев и ценностей, это одна чаша весов, а другая, это вот такие вот монстры бюрократические организации, как Совет Европы и ОБСЕ, которые давно уже потеряли ориентиры. Олена, що у тебе там, скажи, будь ласка, кілька повідомлень. Ще не так, Віталій Спорожнюк щодо візиту Трампа. Ой, перепрошую, Помпео. Звісно, що Україна з цього візиту нічого. Помпео його просто просить не шкваритись з Трампом. А от є питання до Пітера Зелемаєва. Давай, от він однак сидить. Не дуже по темі. Цікавиться Лейла Ахмєдова. Як ви думаєте, Пітер, зберется ли Трамп на второй срок і що це принесе для України? Универсальный вопрос. Это идеальный вопрос. Ну, во-первых, если Трамп избрался на первый срок, то если тогда это было для многих абсолютно невероятный сценарий, то сейчас этот сценарий стал хотя бы немножко более вероятным. Если в условиях американской демократии административный ресурс, это немножко другое понятие, оно все равно присутствует. Уже сейчас американский президент пока бьет все рекорды по фандрейзингу, набрал самую большую казну на проведение выборов, умело продолжает троллить своих оппонентов, запугал абсолютно всех, весь республиканский политикум, вплоть до того, что они вот плотным кольцом окружили его и идут, вот, да, пустились во все тяжкие. По сути. Это я говорю сейчас про то, что происходит в Вашингтоне. Этот суд в Сенате, вторая решающая фаза в процессе импичмента и так далее. То есть, опять-таки, гадание на кофейной гуще. Но Дональда Трампа никогда со счетов списывать нельзя. Особенно после того, как он уже победил, уже показал, что такое настолько вот не ортодоксальный, не классический, не традиционный кандидат, как Трамп мог победить. То он может один раз, он может победить второй раз. А вот уже победит ли он в третий раз, это немножечко, понимаете, я это говорю немножко образно, но уже сейчас раздаются в Америке голоса в пользу того, что если Трамп победит второй раз, если он не победит второй раз, то он может не признать свой, и что тогда. А если он победит во второй раз, дослужит еще 4 года, может он вообще не захочет уйти и попытается поменять конституцию в пользу неограниченного количества сроков. То есть, опять-таки, мы имеем дело с настолько не традиционным для Америки феноменом в лице Трампа, что вот люди пускаются в такие вот, возможно, спекулятивные, истерические размышления. Хорошо, давайте теперь коснемся Украины. Вот в каком смысле. Вот только что мы говорили с замечательным гостем, с Константином Елисеевым, который отметил, ну, если можно так сказать, пассивность украинской внешней политики. Это он сказал. Я тебе эту точку зрения не навязываю. Но ты видел и то, что делало внешнеполитическое ведомство при Порошенко. Ты видишь сейчас и так далее. Вот какие у тебя впечатления? Ты смотришь со стороны. Я и во время предыдущего президента, что касается работы на местах посольств, Министерства иностранных дел в целом, у меня всегда была куча уйма претензий, должен сказать. Но что меня больше всего волнует в ситуации, то, что мы наблюдаем сейчас, это отсутствие дисциплины в вопросе месседжинга. Этому свидетельство заявление лидера в парламенте украинском «Слуг народа» Арахамии как раз вот в Давосе, где у нас была возможность с ним пообщаться по поводу евроинтеграции. Это и выступление самого украинского президента перед всем форумом давосским, когда он заявил о том, что «Ukrainians are cheap», он как бы извинился, сказал, что я, ну, придется мне сказать. А понятие чип, что такое чип, это может интерпретироваться по-разному, но здесь есть феномен трудностей перевода. Чип это может означать не просто они экономные, но они дешевые и не скупердяи. Гончарук, заявление Алексея Гончарука на украинском завтраке следующего дня, когда он сказал, объявил, что Deutsche Bahn, это немецкая железная дорога, взялась управлять Укрзалезницы на там, несколько лет вперед. А потом эта информация опровергается, той же Deutsche Bahn, оказывается, это всего лишь консультативные услуги. К чему я это все веду? Что кто в лес, кто по дрова. Этот разнобой в месседжинге, это самодеятельность со стороны некоторых представителей власти на законодательном уровне, на уровне дипломатии и так далее, ну явно не добавляет весу украинской дипломатии и имиджу Украины. А вот есть внешнеполитическая стратегия? Я
опять-таки, я ее не вижу. И это можно списать на неопытность команды, да, но опять-таки идет уже скоро будет один год команде, правильно? Списывать на неопытность можно какое-то ограниченное время, да, но нужно учиться, и нужно учиться быстро. Иначе, как мы это уже видим на примере ПАСЕ, Украина будет переигрывать, Украину будут переигрывать на этой шахматной доске, и это будет выходить очень и очень болезненно для страны. То, что мы видим назначение Петра Толстого на пост вице-президентства, это вопиющее решение. Кроме всего прочего, это полностью опровергает стратегию Путина, и нивелирует, полностью ее перечеркивает заигрывание Путина с еврейским миром, с Израилем. И это такой вот его, скажем так, charm offensive, да, то есть атака на шармирование. Я немножко грубый перевод, есть такое понятие в западной политологии. И каждый раз они это делают, Путин это делает в противопоставление якобы антисемитской Украины, да, националистической, хунтообразной и так далее. Сейчас немножко другая ситуация. Сейчас им сложнее немножко это оперировать, особенно после того, как Петр Толстой, известный антисемит, я не знаю, вы, наверное, Матвей, лучше знаете этого персонажа, чем он занимался и... Как бы, может быть, не лично, я имею в виду, следили за ним. Ну, но это государственник, просто, российский государство. Это абсолютно вопиющий факт, на самом деле, на мой взгляд. Да, такая история. Если можно, присоединись ко мне вот здесь вот, потому что нам нет, рядом со мной просто постой. Ну вот, не, а почему ты... Надо было взять ее? Ну, конечно, возьми эту шапку, это замечательно. Почему нужно ездить на вот эти международные встречи и бегать там, и разговаривать там, что это дает? Ведь они, как ты сам сказал, ничего не решают. Это не исполнительная власть. Если мы говорим сейчас про представителей нашего уряда и парламента. Да? Нет, ну и вас, и представителей. Ну, потому давай что... так, не вас, журналистов, а именно представителей государства украинского. Потому что, на самом деле, вся политика, это, может быть, звучит банально, но все строится на личных связях, на личных симпатиях. Это, в первую очередь, этот нетворкинг, да, это культивация каких-то связей, заполучение друзей. Потому что, опять-таки, слоганы, вот эти вот платоновские девизы о демократии, о верховенстве закона, это все хорошо. Но вся политика, как все в мире, строится на личных отношениях и на личных симпатиях. В этом отношении очень полезно знать языки, очень важно знать языки. Мне нравится, что последние два президента, один в меньшей степени, чем другой, но это первые президенты, которые более-менее хорошо владеют английским. Это большой плюс. Я надеюсь, что нынешний президент будет использовать это, будет, как он это делает с украинским, но нужно признать, украинский у него покращился. В принципе, я надеюсь, что он будет продолжать совершенствовать свой английский, потому что вот это общение без перевода напрямую, это очень-очень важно. Угу. Ну, пожалуйста, Олена, давай, вже є Микола Вересень, тому, будь ласка, кілька реплік і будемо закінчувати. Прошу. Віталій Сторожук, його обурило призначення Толстого. Це зашквар для Парія. Взагалі Лейла Ахмедова пише, ну, по суті, ПАСЄ – общественна організація, нічого, по суті, не рішаюче. І тут же, знову-таки, Віталій Сторожук їй пише, Лейла, але все ж таки це майданчик для обговорень. Слова значить багато. І Алтавіста таке питання, то чому Рашка так вперто туди преться? Тільки... Пам'ятаєш, я просив слово «Рашка», будь ласка, звісно, не кажи, тому що вони в Росії також будуть говорити якісь образливі. Давай будемо більш... Російська такі... Федерація. Да. Ну, російська. Як говорить Борислав Береза, ерефія. Ерефія, да. Ну хай буде так, да. Бо не треба ображати. Я тут більше як Зеленський. Отже, шановні друзі, по-перше, ваші оплески Олені Чернюковій і всім, хто їй писав. Далі, будь ласка, Пітеру Залмаєму ваші оплески.